Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. Это видео по нашему буксу Bitcoin. Давно я не делала видео по проекту. Вот. Сегодня у меня, скажем так, контрольная проверка. Есть нехорошие новости, потому что люди ставили на вывод, и им деньги не приходили на кошелек. Как бы вывод выводился, а сатошики не приходили. Сегодня вот я уже рекламку я просмотрела, проклюкала ПТС. И у меня на балансе 140 тысяч. Минимальный вывод у меня. Нажимаем Money. Так, Виндраф. Минимальный вывод 45 тысяч. Вот. 0.3045. У меня на балансе 140 237. Комиссия берется 50 тысяч сатошиков. Так что нужно набирать большую сумму, да? Как бы ты, ну, чтобы. Так, вставляю сумму свою, я вставила. Адрес у меня забит. Сюда вставляю пин-код. Как я уже сказала, вывод делали многие, но деньги им не пришли. Поэтому я и делаю, так сказать, контрольную проверку, что надо как бы самой убедиться, что проект не платит. Сейчас я введу в пин-код, нажму Виндраф и продолжу. Ну что, баланс у меня списался. На почту сейчас приходит пин, вводите свой пин-код при выводе. И на почту еще приходит пин-код. Нужно вставлять еще пин-код с почты. Действует пин-код 60 секунд. Вот. Так, ну ладно. Буду ждать. Я не знаю. У меня нет, конечно, надежды на то, что мне проект заплатит. Потому что всем не выплатил, а мне заплатит, да? Как бы. Вот. Такие вот дела. Жалко, конечно, проекты. Я первый раз вывела. Сколько я тогда выводила? 10 тысяч там. Ну, может, чуть больше 10. Вот. Так, вот моя статистика. Смотрите, Виндраф 140 с майн баланса. Даже. Посмотрим, что он мне там сейчас напишет. Написали. В общем, нет у меня надежды на этот проект никакой. Ну что, если он мне заплатит за прошенный вывод, значит, я продолжу работать. Ну, не заплатит, что зря терять время на него. Вот такие вот у меня новости. Так что ждите видео дальнейшее, я сообщу, заплатил он мне или нет. Я долго ждать не буду. Первый раз, когда я ставила на вывод, мне в районе 4 часов, где-то часа через 4 мне пришел вывод. Здесь же я не знаю. Ну, до конца недели. Сегодня понедельник. Ну, в пятницу я, возможно, или в четверг, там как, я запишу видео. Пришло мне. Если, конечно, придет, я запишу раньше. Ну, а так буду делать тогда видеообзор уже в конце недели. Вот. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Пока-пока.